С вами компания Электромотор. Хочу поближе вам показать мотопомпу от Daishin для грязной воды. То есть есть Кашин, есть Daishin. Многие именно спрашивают по самой крыльчатке. Чугун, не чугун. Как выполнены. То есть это настоящие японские мотопомпы. Выдерживают самые мощные и агрессивные среды, абразивные среды, такие как песок. Отлично показывают себя. У нас есть много покупателей, которые находятся в Житомирской области. Много там качают жидкости с песком. Есть техника с бензиновыми двигателями. Есть вот это вот, дальше я показываю вам, с дизелями. В общем, если нужны настоящие японские помпы для работы с агрессивными и абразивными средами, поверьте, что Кашин, Daishin, ну еще, конечно, и Honda, вот это вот три мотопомпы, которых просто нет аналогов на рынке Украины. В общем, если интересует такая техника, есть какие-то вопросы, пишите Viber 063-426-1010. Всегда можно пообщаться и по цене, и по каким-то другим вопросам. Подобрать, если задачи попроще, потому что подешевле. Если задача серьезная, то именно взять технику, которая просто неубиваема. А это японская мотопомпа Daishin и мотопомпа Кашин.